Помогите Юре. С такими плакатами, которые дети нарисовали сами, школьники вышли на улицы города. Помочь собрать деньги на дорогостоящее лечение и операцию пришли одноклассники Юры Коваленко и его учителя. Прохожие не оставались в стороне. Многие тут же оставляли деньги в специальной урне. Другим раздавали листовки. Их дети тоже сделали своими руками. На флаерах они разместили историю Юры и расчетный счет, куда можно выслать деньги. Дети не остаются в стороне, они ему все время звонят, даже когда были в больнице, рисовали рисунки, отсылали посылку, подарки, и это его поддерживало. И когда сейчас он пришел в школу, то есть все к нему очень относятся дружески, он вообще жизнерадостный мальчик, добрый и... Вот столько у него друзей. У 10-летнего Юры Коваленко хроническая гранулематозная болезнь. В костном мозге мальчика вырабатываются дефектные клетки, которые не могут подавлять инфекции. Ребенок ежедневно принимает десятки таблеток. Единственный шанс вернуть Юру к нормальной жизни – пересадка костного мозга. Приблизительная стоимость операции, которую могут провести в Израиле, от 7 до 11,5 миллионов рублей. Пока силами неравнодушных людей удалось собрать около 1,5 миллиона. Семья, друзья и одноклассники просят дать Юре шанс. Реквизиты для перечисления средств вы видите на экране. Расчетный счет также можно найти на нашем сайте fkt.com.